В Люберцах увековечили память погибшего в ходе спецоперации люберчанина Алексея Ширнина. Мемориальную доску с именем героя открыли на фасаде 21-й школы. Подробнее у Богдана Колесникова. На памятном митинге представители казачьего войска, ветераны боевых действий, кадеты и юнармейцы, сотрудники НИИ парашютостроения, в котором Алексей Ширнин долгие годы работал испытателем, депутаты и глава округа. Всегда русский народ вставал плечом к плечу и в самые сложные минуты защищал родину. И, конечно же, Алексей Викторович сделал все максимально необходимое, что зависело от него. Наша задача, задача подрастающего поколения – помнить своих героев, помнить те подвиги, которые они совершили. Память Алексея Викторовича, она всегда будет в нашем сердце. И школа, в которой сегодня вот происходит это важное событие, будет центром притяжения молодежи. Алексей Ширнин окончил 21-ю школу более 30 лет назад. Выпускником гордятся и ученики, и учителя. В памяти Марии Бычковской Алексей до сих пор. Я преподавала у него сначала рисование, а потом черчение. Мальчик был замечательный. Он как-то был взрослее, не по годам. Если там все на перемене носились, он мог сидеть и готовиться к уроку. Мальчишка был потрясающий, очень честно, жалко. В школьном музее гвардии лейтенанту воздушно-десантных войск Ширнину посвятили большую экспозицию. У Алексея очень много друзей, хороших друзей. И благодаря вот им этот музей у нас появился. Парадный китель Алексея, награды, полученные за участие в боевых действиях на Северном Кавказе и испытания парашютов, экипировка десантника, фотографии. Бойцы 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВДВ, в составе которой служил Ширнин в зоне спецоперации, тоже хранят память. Алексей был и нормальным, как говорится, человеком, именно порядочным человеком, и грамотным офицером, и нормальным хорошим бойцом, способным своим примером повести и бойцов вперед, и сам пойти вперед, несмотря на угрожающую опасность. Он погиб геройски, как настоящий герой. Алексей Ширнин отдал жизнь в мае прошлого года, защищая интересы Родины в Луганской Народной Республике. Награжден орденом мужества. В январе постановлением губернатора Московской области 21-й школе присвоили имя героя. Для нас большая честь, что школа, в которой учился Алексей 10 лет, теперь носит его имя. Спасибо всем огромное. Открытие мемориальной доски на фасаде школы и музея боевой славы приурочены к особой дате. 27 февраля гвардии лейтенанту ВДВ Алексею Ширнину исполнилось бы 50. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.